Встреча с ангелом-хранителем. Женщина, которой во время пожара на улице 26 бакенских комиссаров спасли жизнь, приехала в часть, чтобы лично отблагодарить своего спасителя. Как прошла встреча и что думает о своем отважном поступке пожарный, расскажем в следующем сюжете. Спасибо за помощь. При виде своего спасителя у женщины на глаза наворачиваются слезы. Сегодня она вместе с дочкой и внуком специально приехала в пожарную часть, чтобы лично отблагодарить человека, который вывел ее из горящего дома и спас ей жизнь. Предназначена для спасения людей из зон, недоступных для дыхания среды. Вот в такой кислородной маске Дмитрий спускал с 4-го этажа пострадавшую при пожаре женщину. Она надышалась гарью и теряла сознание. Если бы не спасатель, то выбраться из дома она бы не смогла. Спросил, как самочувствие, как она себя чувствует. Она сказала, что самочувствие все хуже и хуже. Но я принял решение, что нужно спасать. Поднялся по лестничному маршу к ней в квартиру. Надел спас-устройство, и мы благополучно вышли на свежий воздух. Женщина уже на следующий день после пожара хотела отблагодарить своего спасителя. И сегодня у нее получилось это сделать. В пожарную часть она привезла для Дмитрия коробку с подарком. Для ее семьи провели небольшую экскурсию. Показали внуку пожарную машину. Только вот от чаепития, которое предложили спасатели, женщина отказалась. От волнительной встречи у нее поднялось давление. Мама решила, я, конечно, поддержалась. Надо это сделать, надо поблагодарить человека. Ну, как говорится, многие говорят, что это их работа, но такую работу все равно. Ну, людей надо поблагодарить, они рискуют своей жизнью ради других абсолютно посторонних, по сути, людей. Очень им большое спасибо за все, чтобы у каждого из них был свой ангел-хранитель. Когда дым распространяется с первого этажа, эвакуировать жильцов очень сложно. А во время пожара на улице 26 бакинских комиссаров из дома вывели больше 150 человек, в том числе 30 детей. Сейчас в главном управлении МЧС по краю решается вопрос о премировании пожарных за профессиональную работу. Алевтина Сасова, Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал.